Привет! Это Рибор. На канале Game What the Fuck вышел новый видосик, уже 201 выпуск, называется «Играть-копать». Давайте посмотрим. Уверен, что будет ржачно, как и обычно. Погнали! Ой, какая-то прикольная реклама всех маек. Я таких еще не видел. Ну-ка. Любишь игры? О. Так заказывай себе вещь с любимой игрой на все майки, ну или создавай собственный дизайн. Проходи по ссылке. Прикольная реклама, я такую еще не видел у всех майк. Ссылки используй мой промокод и получи скидку в 15%. Все майки РУ доставляют по всей вселенной. Прям вселенной? Нифига себе, я на Марсе живу, мне тоже пришлют. Пожалуйста, только с бесплатной доставкой. Ну, как обычно, начинаем с GTA-шечки. Так, сейчас, наверное, врежется, да? Че? А че с самолета упало, не понял? Какие дела, народ? Помните, в конце прошлого выпуска вот эту сударыню придавило контейнером? Так стоит. Все нормально. Контейнер всего лишь. Если вы думали, что она пострадала, то не переживайте. Здесь в GTA все работает совершенно по-другому. Ну-ка. Это что, кто же GTA? Что-то я не знаю такого места. Наверное, что-то люди сами придумали. Ни хрена. Забавно. Серьезно? Нет, это прикольно. Нормально, я крутой такой стоит, все хорошо. Видите, все в порядке. Интересно, а как выйти теперь отсюда? Только гранатометом? Человек выжил, он просто оказался запертый в контейнере, из которого нельзя выбраться и, скорее всего, умрет от голода. Но не переживайте, Влад, а бумага 4 уже снял, как выбраться из такой... Я не буду смотреть, спасибо. Такой ситуации. Может, кто-нибудь ему уже объяснит, как лифтом пользоваться? Короче, у меня есть мечта отправиться в путешествие по Америке с друзьями в доме на колесах. Но боюсь, если я буду за рулем, то все пойдет как-то вот так. Ну-ка. Поэтому я принял решение, что мне нужно найти более устойчивых друзей. В прямом смысле устойчивых друзей. Наверное, тебе лучше найти устойчивую машину. Устойчивых, вот смотрите. Давай. Так, метр гил опять. Гир. Гил. Да чё, они всего лишь качают пресс. Ногами, не понял как. Подожди, стой, что за херня? Ну ладно, ну да, пресс. Не валяшки. Блин, это забавно будет, выглядит. Оп, 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 и синхроника. Это просто новый уровень игрушек для машины. Вы же знаете, когда в тачке заиграла та самая музыка, и вы с друзьями такие... Да. Только не это, пожалуйста. Слушайте, ну с такими друзьями можно и в трейлере путешествовать. Им вообще согласен. На ней не валяют. Мне кажется, им вообще будет без разницы. Они выпрыгнут и сами будут такие по дороге. Оп, оп. Как выглядит план идеальной засады? Видишь, транспорт врага заминировал дорогу, спрятался в надежном месте и выжидаешь нужный момент. Окей, а ты думаешь, враг не увидел, как ты заминировал дорогу? Великолепный план, Уолтер. Просто офигенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Разработчик несколько лет делает игру, рисует графику, интересные локации, добавляет всякие пасхалки. На компьютере 30-летней давности. Спидраннер проходит игру за полчаса. Каких полчаса? За минуту эту игру спидраннеры проходили, по-моему, даже 40 секунд. Это к чему? Нужно уметь замечать всякие мелочи в играх. Да, только я вот честно сам никогда не замечаю, я их пытаюсь пройти как можно быстрее. Не знаю почему. Мне нравится именно геймплей. Так. А, ни хрена себе. Ну-ка. Забавно. Не, я знал, конечно, что Рик Эсли звезда, но что он звезда Давида. Ты думаешь, что видео так странно обрезано в самом интересном месте? Я сначала подумал, что это все фотошофт, поэтому я сам... Фотошофт? Сам отсканировал этот QR-код и... Нереально, если вы с компа смотрите, то можете сами отсканировать. Блин, не хочется мне скачивать этот приложение для QR-кода. Я тебе поверю на слово. Телефоном и проверить, что это не фейк. Так, а теперь шутки в сторону. Пора развлекаться по-скайрински. Что такое? Балерина, блин.
сейчас выживет. Че, а как переводится? Что? Здоровенный яс! Знаете, когда ты в казино проиграл квартиру, машину, часы, вышел и нашел полтинник. А, там типа поднять что-то. Он просто еще на горе учуял запах своей бывшей, спустился поздороваться, а там оказался лосось. А, лосось! Забавно. Так. Здрасте. Промазал. Че за фигня происходит? Что? Я смотрю. Ты мне достал, хтыщ. Смотрю, чуваку реально вкатил его новый лук. Это чисто мама купила тебе новую одежду, и ты через 5 минут такой... Неудачник. Уровень миллион. Это знаете, когда родственники на дарете дарят какую-нибудь вещь, она максимально убогая, но ты, чтобы никого не обидеть, так... Вау, 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 вау. Ой. Так, стоп, а что это? Hello, motherfucker. Да я и так подписан, чувак, и лайк поставлю, даже прямо сейчас, не досмотря до конца. А, так это ж кнопка подписки. Мне кажется, подписался. Самое время нажать на нее хуком. Уже давно. Ой, дебил. Ты сидишь в пятницу вечером, играешь в батлу, никого не трогаешь, и тут твой друг такой... Пойдем пить пиво. У него еще такие жалкие глаза, он смотрит, типа... Типа я мать потерял, я... Топ мест, в которые тяжело попасть. Зона 51, Северная Корея и лестница в игры. Бля, серьезно, что за херня? Отвечаю, это как воткнуть USB-шнур. У меня босс в Dark Souls меньше нет. Ой, слава богу, теперь у меня у телефона Type-C. Нервов забирает. Аллаху Аквар. Пожалуйста, скажите, что я не один такой косой. Ну вот здесь подсказка, проголосуйте. Да и вообще я С другой стороны подсказка-то чё? Третьего раза в лестницу попал. Даже подсказку не попал. Да, но как по тиммейту стрелять, я, блин, киберспортсмен. Так. Бывают же такие совпадения. Блин. Забавно. Тройной форсаж. Так. Цыганский дрифт. Потом люди будут опять писать смех поставленный. Я не знаю, но это же смешно. Блин. Че, он сдох? Самые смешные дуэты. Харламов и Батрутдинов, Тамби и Рустам, я и мой друг в дуо. Прыгай. Зачем? Нифига себе, да это же брейкданс. Еп, еп, еп. Бля, башка оторвется сейчас. День-два раза вот это упражнение делает, позвоночник не будет болеть. Так, слушайте, если... Тут вообще позвоночника не будет, по-моему, он улетит. Думаете, что здесь происходит какая-то дичь, то, в принципе, вы правы. Но поверьте, дальше уровень дичибелов просто зашкаливает. Давай. Поэтому прошу вас убрать логику от экрана. Уже вы... Откуда она взялась? Чё? Я так понял, это Far Cry. Интересно, какой? Откуда они появляются? Уже 4. Что такое? Это ежик! Ежик! Блин, напомнил, блин, офигенно, был прикол, надо будет пересмотреть его потом. Это барбершоп, и барбер такой, висок косой будем делать? Не, давайте лопатой. Окей, ладно, допустим, это прическа, но это что? Болт-лопата? Ебать, капот! Только начинает... В тему. ...какой-нибудь большой турнир по КС, все мои друзья начинают залипать на Твиче и смотреть его. Вот не знаю, меня не впечатляет игра профессионалов. Типа, слишком все идеально, все... Да, согласен. ...что у них получается. Вот мне больше нравится наблюдать за нубами, это реально интереснее. Не, честно, за нубами наблюдать такое себе, потому что нуб вышел... И ушел на другой матч. Поэтому иногда я записываю свой геймплей и пересматриваю. Так это же не КС-ка. Ты же сказал про КС. Чё?
День-два раза вот это упражнение делает позвоночник. Что произошло, блин? Машина вас била? Помните, я как-то говорил, так, что гольф это скучный вид спорта. Так вот, забудьте, я походу какой-то не тот гольф смотрел. Так. Че? Что за... Что это такое? На, блин! Это что за игра? Короче, внимание, лучшая тактика против аваперов в КС. Так. Че? Откуда прилетело? Это вы, конечно, хитрые ребятки. Да знаете, когда тебя малого заманивает на прививку, типа, как комарик укусит, а потом... Вообще, стрёмно быть ребенком в таком обществе. Да. Так, сейчас надо его выбросить, что ли? Мама, все хорошо. А, ну спасибо, что ты хоть его в лук не зарядила. Это всяко лучше, чем вот этот папаня. Это я видел. Слушай, я давно играл в рафт, и единственное, что я там тогда делал, это выживал на плоту в море. Сейчас, судя по видосам, функционала там стало гораздо больше и местами даже чересчур много. Так. Чё происходит? Я не понимаю. А, он его в рот того долбит, да? Все хорошо, чувак, там есть сзади еще одно отверстие. Он его еще гладит. Это чисто твой кот существует и пес с одеялом в это время. Мне вообще кажется, забавно, что это продолжение вот этого видоса. Смысле удерживать, чтобы пойти. Удерживать, чтобы войти. Блин, вот это херня. Нормально. Ну а на этом. Походу он удержал. Все, народ, я надеюсь, вам было интересно, и вы такие. Также я надеюсь, вы в двух ног влетели в кнопку подписки. Конечно, и подписка, и колокольчик, и лайк поставил. Чувак, ты охеренный, продолжай в том же духе. Перебили колокольчик. Ну а у меня на этом перебили, все, встречаемся на этом же месте ровно через неделю. Всем пока-пока-пока-пока. Не знаю, как вам, друзья, это просто охеренный видос. Сразу поднял мне настроение на целую ночь вперед. Буду спать с хорошим настроением. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.